Всем привет, ребят. У нас сегодня очередной четверг, прямой эфир. Немножко сегодня раньше начали, так как обстоятельства требуют того. Но ничего, кто-то смотрит нас в записи, смотрите обязательно до конца, потому что будут интересные темы, реально интересные, потому что сегодня поговорим об объединении сообществ. Сообществ у нас по криптотематике, по NFT, по DAO очень много. Сегодня обсудим больше сообщества DAO, ну, NFT, естественно, вот, чтобы дать возможность людям объединиться в одном месте, потому что у нас много людей, много сообществ, и все хотят общаться, и человек, может быть, хочет в двух сообществах состоять или еще что-нибудь. Вот мы это все подробно рассмотрим. Плюс у нас подведем итоги нашего крипто-юг, которое состоялось, прошло успешно, пообщаемся, поговорим, спросим мнение ребят. У нас сегодня интересный гость, Юна, будет представлять свой проект, будет рассказывать о себе, будет рассказывать о своем сообществе. В общем, дадим ей слово. Ну и, в общем, в принципе, можем поговорить о каких-то новостях. Ребята, если будут вопросы, задавайте, мы с удовольствием ответим. Ну, я думаю, пройдемся немножко еще по новшествам. У нас Игорь сидит с таким лицом, должен улыбаться. У нас сегодня есть небольшие новости, которые мы готовы поделиться. На самом деле это такой прорыв. Тестируем, смотрим, Игорь расскажет. Вот, оставайтесь с нами до конца эфира, реально будет интересно. Вот, так, Юна, тебе слово. Расскажи, пожалуйста, о себе, о своем сообществе. Расскажи, как, что у вас, где вы находитесь. В общем, даем тебе слово. Всем привет. Меня зовут Ю. Меня знают в сообществе как Ю, под этим псевдонимом. Я являюсь основателем проекта Anonymous NFT на Тоне. Проект уже почти год. Заявлено было о том, что конечная цель проекта – создание DAO и взаимодействие внутри этого DAO людей по общим принципам, наверное, желанием реализовать что-то в этом мире, да, создание сообщества для единомышленников, для того, чтобы мы могли делиться чем-то, вместе что-то делать и менять этот мир в ту сторону, в которую нам нужно. У меня есть коллекция NFT на Тоне, так как я являюсь уже художником и уже где-то третий год или около трех лет в NFT-сфере изучаю, развиваюсь, рисую. Сделала коллекцию, как раз-таки посвященную развитию интернета Web3. И основная идея моя в том, чтобы делать какие-то инструменты функциональные для того, чтобы мы развивали интернет 3.0 и децентрализацию, и вообще максимально как-то приближались к тому образу нашего идеального мира, в котором бы нам хотелось быть. Вот. Коллекция является вкладом, так скажем, в развитие блокчейна Open Network, вкладом в развитие Web3, и привязывает NFT-мир к миру реальных товаров и услуг. Я хочу сделать рабочий юзеркейс, рабочую бизнес-модель для того, чтобы соединить как раз-таки мир NFT с реальным миром, для того, чтобы мы могли получить функционал, удобный для использования, для того, чтобы мы могли внедрить это в нашу повседневную реальность, чтобы мы вообще как-то могли через блокчейн взаимодействовать, чтобы у нас не была оторвана история криптонов от реального мира, чтобы соединить эти две сферы в том виде, в котором нам было бы удобно это использовать обычным людям. Есть очень много понимания, как это можно использовать в нашей повседневности, и это, на мой взгляд, очень крутой инструмент, и коллекция посвящена, и проект в целом этому посвящен, для того, чтобы как раз-таки создать эту бизнес-модель и показать, что, смотрите, это все не так сложно, это все не так страшно, это просто, и мы можем посредством таких подобных DAO, таких подобных проектов объединяться, что-то делать вместе, общаться, создавать новую реальность, новый фрактал реальности. Вкратце, как-то так. Понятно, спасибо огромное. А скажи, пожалуйста, где вы находитесь? Насколько я правильно
слышал, что вы находитесь в Анапе и проводите там NFT-завтраки. Сколько людей приходит на ваши NFT-завтраки? Можно ли присоединиться к вам? Может быть, люди из Анапы нас слушают, услышат, захотят присоединиться. Чем они могут помочь? Какие критерии, допустим, вступления в вашей комьюнити? Просто человек может прийти или там какую-то пользу он там должен приносить, да? Опять же, я думаю, что обычного человека спросят, ага, наверное, какая-то пирамида или какая-нибудь секта, наверное, денег надо платить или еще что-нибудь. Вот 100%. Расскажи, как обстоят все? Как обстоят дела? Смотри, сориентирую. Сам проект получается международный, интернациональный, потому что мы базируемся пока что на базе Телеграма. И у нас в сообществе люди с разных городов, у нас не было цели где-то собирать их физически изначально. Но не так давно одно из сообществ на Тоне запустило некоммерческий международный проект NFT-завтраки. Они проходят в один день по всему миру, в разных абсолютно городах, именно с целью образования населения, с целью поддержания, с целью общения, с целью просвещения, если хотите, да. Это абсолютно некоммерческий проект, туда может прийти любой желающий. Есть лидеры конкретных городов, просто так как я сейчас нахожусь в Анапе, я изъявила желание возглавить здесь это направление и заняться организацией. Вот, это меньшее, что я могу сделать для сообщества, потому что, ну, у меня у самой в проекте была такая идея, но я хотела это делать уже внутри DAO, но нет смысла ждать создания DAO, когда можно его уже сейчас сформировать, да. Поэтому любой желающий может прийти. Людей пока немного, потому что вот в этот вторник я только первый раз проводила NFT-завтрак. И поэтому всех ждем на общение. Да, находимся территориально в Анапе. В Анапе будут проходить все завтраки. Ну, как завтраки? Завтраки – это... Такое название вообще принятое. На самом деле будем собираться, скорее всего, по вечерам, потому что это удобнее для большинства людей. Вот. Никакая это не пирамида, никто ни от кого ничего не будет требовать, но это возможность поделиться какими-то своими проектами, идеями, возможно, найти партнеров для совместного творчества. И никто ни к чему никого не обязывает. Абсолютно некоммерческая история. Какая-то своего рода благотворительность, наверное, и целью ее является как раз-таки привлечение населения, обычного пользователя, для того, чтобы он имел возможность познакомиться поближе с технологиями, понять, узнать что-то важное, потому что все-таки большинство людей, к сожалению, сейчас у нас слабо понимают, что это такое, с чем мы имеем дело, и кто-то должен выполнять эту работу, так скажем. Да, чтобы собираться, чтобы повторять эти постулаты, чтобы люди могли потом уже это использовать. Я считаю для себя это хорошей возможностью. Хорошей возможностью. Согласен. Именно объединения и общения. Ну и плюс мы социальные существа. Это точно, да, согласен. Когда Сбербанк выпустит свой NFT-маркет, вы уже будете готовы, а он это сделает. Да. Вот. А мы готовим сейчас. Да. Немножко объясню, может быть, людям, кто нас смотрит там впервые и не знает, что такое DAO, да. То есть DAO – это направление, скажем так, разное, может быть, это сообщество людей, которое объединяется в разных, ну, допустим, классическое DAO, это когда люди собираются, там, вносят, допустим, там, по 5000 рублей, один делает банк и вкладывает в какой-то проект, да, этот проект приносит деньги, и они там разделяют, и каждый делает в этом DAO какие-то вещи, кто-то там делает NFT, кто-то там выпускает смарт-контракты, кто-то там еще, то есть это вот другое направление, скажем так, то есть можно объединяться, никто от кого ничего не требует, кто-то делает вот там дизайн, кто-то делает, опять же, повторюсь, NFT, кто-то еще что-то, и может быть совместный труд принесет какие-то деньги, это как хобби, да, а может быть выльется в какой-то действительно заработок денег, и вот ребята собирают как раз такие завтраки или ужины в Анапе, да, можно объединяться, общаться, это больше всего как раз таки для обучения, для развития в первую очередь себя, как личности, как что-то новое узнавать, да, то есть цифровизация, блокчейн, технологии, они с нами навсегда, никуда они от нас не денутся, и поверьте, в течение полугода-года мы узнаем очень много интересных вещей, которые будут делать и государство, и коммерческие банки, и вот как раз-таки те люди, которые начинают узнавать заранее, все будут готовы к этому. Вот, у нас как раз-таки после форума
Ну, она такая идея была, но сейчас мы ее прям хотим реализовать. Вот, Игорь поделится, что мы хотим сделать, как объединить как раз-таки сообщество на одной платформе. Игорь, тебе слово. Добрый вечер, слушатели. Да, после проведения форума мы вот общались, с Юной общались и с другими сообществами, и увидели такой интересный момент, что как найти человеку сообщество. Вот он, допустим, хочет развиваться в определенном направлении, он хочет узнавать информацию там в определенном направлении. Человеку надо предоставить удобное место, где он будет видеть список тех самых сообществ, тех самых DAO, в которых будет указано либо там их географическое местоположение, если сообщество собирается, да, ну, в реальной жизни, не только в онлайн ведет свою деятельность. А также основные направления сообщества, чем оно занимается. И людям, которым будет интересно, они смогут вступить в это сообщество, они смогут его легко найти. Но то же самое у нас, допустим, в платформе. Вот. И мы основное, что хотим реализовать, это сообществом дать возможность инструментария, то, которое будет удобно именно для них. То есть большинство сообществ общаются там в определенных мессенджерах, да, ну, те, кто онлайн, все равно нужно даже договориться о встрече, либо там провести голосование, либо еще какой-то функционал. Это вот в мессенджерах. Так вот, мы хотим получить обратную связь от сообщества, сделать им именно место общения, где будет весь функционал, который им требуется. Вот. Если у сообщества есть какие идеи по реализации, то они могут с нами поделиться, мы это воплотим в жизнь и сделаем удобное место общения, сбора. Также у сообщества более глубоко может стоять какой-то смысл. Ну, у каждого сообщества есть смысл. Вот. Без этого они бы не сформировались. Поэтому рассмотреть реализацию данного смысла, может как-то взаимодействовать. То есть вот у нас формировалась основная такая мысль, такая идея, вот, и сейчас мы планируем это воплощать в жизнь. Касаемо расширения своего сообщества, Юна, может, поделишься, у вас как с расширением? Ну, новые люди приходят, как они узнают о вас? Как вы расширяетесь? Я поняла вопрос. У нас история делится сейчас на два. Делится на два. Изначально, когда мы запускали проект, на Тоне это было очень мало проектов изначально, да, в начале этого года. И тогда мы залетели на эту историю по большей части на хайпе и на том, что у нас было не так много проектов в целом. А у меня тогда была идея дать людям красивый визуал, потому что то, что было из того, что я видела, ну, это далеко от моих художественных представлений, поэтому это для моя личная боль как художника. И тогда это была такая новая волна, такого нового воздуха для людей. Мы покупали рекламу. Есть каналы в Телеграме. Каналы именно по Тону в основном. Околотоновская тусовка, околокриптовая тусовка, тусовка инвесторов. В основном привлечение людей шло через эти каналы. Вот, потому что все остальное по большей части как-то не работало, мы много всяких историй тестили. Тогда еще была волна с чеками, раздача чеков, очень низкие чеки, ну, чеки это там 0,001 тонн, например. То есть люди за счет того, что бегали, собирали эти копейки по чатам, они вынуждены были вступать в различные сообщества, но это не то чтобы целевая аудитория, это так. Потом эта история затихла, и потом началась зима. Вот когда началась криптозима, здесь все просто застыли, и, по сути, никто не хотел вкладываться в рекламу, потому что она просто перестала работать. Плюс мы пережили историю с ботами, с нашествием ботов, когда накручивают каналы, разоряют их специально. Это тоже нужно учитывать, когда ты хочешь что-то сделать. То есть, ну, история с целевой аудиторией очень скользкая история. И когда началась зима, мы просто перестали вообще как-то заниматься продвижением. Это было, по сути, бессмысленно. И я тогда уже почувствовала, что нужно выходить в реальный мир, и мне нужны пользователи именно целевые мои, которым будет интересен сам продукт, а не просто на хайпе купить NFT-шку, потом ее на хайпе продать, либо слить, либо избавиться от нее, потому что проект не развивается. Вот. И я просто приостановила всю эту историю с рекламой,
и до выяснения, так скажем, обстоятельств. Плюс еще внешние наши глобальные перемены очень сильно нам внесли определенные коррективы, и люди, они перестали реагировать. И сейчас я наблюдаю за всем этим, я единственное вижу выход в том, чтобы привлекать как-то пользователей, это выход в реальный мир с реальным каким-то продуктом, с общением, созданием вот форумов, созданием DAO, объединения, общения, партнерства, рассказывать просто об этом. Вот такое видение, такой опыт. Так, спасибо, мы тебя услышали. Давай немножко пофантазируем, да? Фантазия наша с Игорем. Допустим, ты создаешь сообщество, оно у тебя маленькое, рекламу денег не хочешь вкладывать, хочешь получить именно вот людей, которые целенаправлены, то есть в криптоиндустрии, да, сообщество, потому что NFT и все остальное. Заходишь на страницу CryptoEmergency, не на страницу, а в экосистему. Видишь там те продукты, которые у нас уже есть, да, там все-все-все. И плюс еще огромная страница, да, связанная с сообществом. Ты туда заходишь и видишь кучу разных сообществ. И у каждого сообщества есть люди, у каждого сообщества есть рейтинги, да, кто там и где там. Ты, естественно, захочешь свое сообщество разместить же там же, да, и смотреть, кто с какими людьми общается. Каждому человеку можешь постучаться в личку, можешь разместить свою комнату в этом сообществе, создать ее там, да, ребята, я вот такая-то, я вот только пришла, хочу общаться с людьми. И вот из этих сообществ, их там будет много, будут смотреть на тебя. И чем лучше ты представишь себя, чем лучше ты представишь сообщество, люди перетекут к тебе как раз-таки целенаправленные. Там ты сможешь проводить закрытые, открытые онлайн там чаты, там разные в комнатах. Плюс сейчас мы там с ребятами партнеримся, чтобы сделать это все в 3D-реальности, да, в виртуальной реальности, чтобы ты не выходила никуда с платформы. Соцсети, чаты, возможность создания NFT, возможность продажи NFT – тут же, там же, да, то есть в NFT-маркете, возможность хранения в нашем кошельке. Это привлекло бы твое сообщество к нам? Надо спросить у сообщества. Но в целом... Нет, не твое сообщество. Давай так, то есть ты только создаешь, только начинаешь создавать сообщество. Если бы я только начинала, конечно, привлекло бы однозначно. А тем более история, где ты можешь... Говори. Ты бы не платила за рекламу, ты бы не платила ничего, ты бесплатно приходишь к нам и говоришь, я хочу разместиться, мы тебя размещаем, ты пишешь свою информацию, какое сообщество, чем занимается и что ты будешь делать, не тратя на это ни копейки. Разве не хороший инструмент? Я думаю, да, для новых проектов очень хороший инструмент, особенно если там уже будет на тот момент какое-то комьюнити активное, да, различного, потому что вот в Телеграме чуть-чуть не хватает именно визуального какого-то эффекта, где бы можно было создать структуру, что вот, смотрите, ребята, вот этот список DAO, он чисто про трейдинг, вот этот список DAO, он чисто про визуал NFT, вот это просто хайп, а вот эти ребята просто непонятно, что делают, и как бы юзеру очень тяжело сориентироваться во множестве чатов, потому что просто нет визуального отображения. Если бы у нас вот была мы про это же и говорим. Структурирована по темам проектов, по направлениям проектов, по направлениям DAO, конечно, это было бы удобно, потому что визуально гораздо проще сразу выбирать направление, да, которое тебе нужно, чтобы не перелопачивать кучу чатов и каналов в Телеграм. А потом уже, если интересно, переходить в другие мессенджеры, да, уже более узконаправленности. Вот, более узконаправленности, если захотите, если вы не найдете инструменты, допустим, на нашей платформе. Но опять же, вот мы общались с людьми, и, допустим, один человек состоит в вашем комьюнити, да, и он поискать какое-то другое комьюнити, это проблема. Где? Какое? Вот, искать в Телеграме, набрать поиск в Телеграме, ни к чему не приведет. Да, то есть и ты приходишь как раз-таки, смотришь, ага, разные комьюнити, этот человек перетекает или состоит, допустим, в 10 комьюнити, да, и пытается там донести там свою идею там, почему бы и нет. И этим самым можно объединить как раз-таки комьюнити на одной площадке, тем более основное сейчас как бы люди пытаются сделать NFT, сделать еще что-то. У нас сегодня, вот поделюсь с тобой, наверное, Игорь расскажет, у нас первый, скажем так, такой шажок записи
всего, что есть вообще, допустим, вот мы начинаем с нашего блока новостей, именно запись, сама новость прям будет отображаться в блокчейне, именно в сканере блокчейна, можно ее прочитать, она будет постоянно там, невозможно будет ничего изменить. Это первый шажок децентрализации, децентрализации всей нашей платформы. Уже можно в нашем всем сканере посмотреть наши тестовые там, с Игорем, там, привет, Ян, там еще это. То есть именно не транзакция цифровая, да, там, ну, и не только цифровая, да, то есть именно надпись, запись, которая уже хранится, которая отображается. Игорь, расскажи подробнее, пожалуйста. Ну, я могу не только рассказать, я, в принципе, могу частично даже немножко показать сейчас, включить экраны. Хотел немножко добавить про сообщество и страницу поиска сообщества. С учетом того, что все равно больше людей сейчас в данный момент хотят живого общения, хотят встречаться в реальной жизни, то есть сообщества также могут предоставлять географию своих, ну, так сказать, филиалов, там, да, городов, где их представители могут собрать на завтрак или на встречу, да, собрать комьюнити свое и пообщаться уже непосредственно там. Поэтому также на этой странице можно будет найти в своем городе именно какие проходят встречи, по каким тематикам можно будет к ним присоединиться. То есть вот глобальный смысл в том, чтобы расширить людям видение и дать больше возможностей выбора и реализации своих планов, идей. Вот. Я добавлю. Игорь, выключи микрофон. Может быть, вы не знаете, что в Анапе еще 150 человек, которые готовы к вам присоединиться, они просто не знают о вас. Они зайдут на нашу платформу, допустим, скажут, ребята в Анапе, класс, мы пойдем к ним на завтрак. И это классно, да, вот так и нужно делать, чтобы люди объединялись. Удобно было бы сделать страничку с анонсами всех мероприятий по крипте. Ну, чтобы человек зашел и мог сориентироваться, в каком городе, что проходит, что актуально, какое время, даты, суть, тема, и мог бы ближайшую к себе точку какую-то выбрать, и либо выбрать направление, которому интересно, чтобы вообще новостная вот эта история, где что проходит, была актуальна и доступна большинству людей. Это было бы удобно. Считай, что уже сделали. Все. Все, данный план уже записали. Да, потому что сейчас большинство все равно, они только узнают о крупных форумах, да, а есть, так сказать, локальные встречи, локальные мероприятия. Да, очень много. Поэтому да. Это тоже надо все развивать. Вот. Немножко сейчас расскажу про стремление наше к децентрализации, к открытому интернету, к технологии Web 3.0. Вот, сейчас что-нибудь найдем, чуть-чуть покажу даже. А вот маленькая страница тестовая. У нас получается здесь отображаются записи, записанные в блокчейне. Как доказать, что они берутся из блокчейна? Самое что интересное, они не с нашей базы берутся, не через наше API, они берутся с записи блокчейна. Сейчас открою. Загрузится наш обозреватель. Секундочку. Это буквально просто тестовое. Это сегодня начали тестировать. Вот, если мы видим транзакция, смарт-контракт, выпущен небольшой смарт-контракт, вот, видим записи в блокчейн, работает отлично. И это непосредственно находится в блокчейне. Это не изменить, не поделать, это в истории навсегда. Как я на своей презентации рассказывал про то, что блокчейн – это большая, огромная база данных, которую нужно использовать, и также уместить ее использование в обычный смартфон, то есть чтобы данные посылались непосредственно на блокчейн и оттуда брались. К примеру, сейчас покажу небольшой пример. Да. Делаем заголовок. Это сразу идет смарт-контракт. Игорь, сделай, пожалуйста, юный проект. Вот, анонимус NFT. Это у нас заголовок. Ну, я вот написал анонимус, надеюсь, правильно написал, NFT. И какой-нибудь текст. Отправляем данные в смарт-контракт. Соответственно, за отправку, как мы знаем, нужно платить газ. У нас уходит транзакция. Я больше техническую сторону показываю. Вот я больше по техническим сторонам. А большой газ в какой валюте у вас? В нашей монете всеми на данный момент вот данная транзакция запись составила 0.00072 сема. Это именно выпущенная на нашей монете, то есть это
меньше одного цента. Почему внутренний? Внутренний газ. У нас публичный. Да. Основной монеты, то есть у нас блокчейн свой разработан, он публичный, общедоступный, в нем идут переводы, мы торгуемся на бирже, и смарт-контракт, выпущенный на нашем блокчейне, который сейчас тестовый, и газ, соответственно, основной монеты. То есть если там посчитать по курсу, то это 0,001 цента. Ну, можно будет точно посчитать, сейчас не будем на этом обострять внимание, заострять внимание. Обновляем страничку, и мы видим появление записи. Все, то есть это уже действительно первый прототип рабочего проекта, который осуществляет записи, непосредственно которые включены в блокчейн, которые не изменить, не поделать. Вот, пожалуйста, мы видим текст. Ага. Ну, с орфографией у меня немножко плоховато, ну ладно. В общем, мы к этому стремимся, мы разрабатываем и начинаем потихоньку внедрение технологии Web 3.0 децентрализованного интернета. Есть очень огромные перспективы. Я дальше расскажу. У нас, я так понимаю, что, насколько я знаю, в мире еще никто не сделал все-таки децентрализованную соцсеть и платформу, которая будет все записи, все посты и все-все-все делать именно записью в блокчейн. И это, как мы говорим, децентрализация Web 3.0, да, то есть у нас есть, опять же повторяю, соцсеть, у нас есть платформа, у нас есть блокчейн, и у нас уже есть технологии того, что мы можем все это децентрализованно вести, то есть вас не забанят, вас не закроют, вас никто нет, то есть это будет решать сообщество. То есть да, много вопросов, много еще работы предстоит впереди, но мы это сделаем, то есть нельзя будет взять и забанить пользователя, если этого захотят создатели соцсети, да. То есть в дальнейшем все это будет разрабатываться, но в любом случае все это будет через блокчейн, и вот к этому мы идем. Плюс у нас, как говорил у нас Лев, на выступлении наш ведущий, нужно NFT, чтобы это не хранилось где-то картинкой на серверах, да, а чтобы это как раз была запись в блокчейне. И это мы делаем сейчас, это будет, как раз-таки это вот ребятам будет полезно, потому что чтобы эта NFT-шка была с вами навсегда, отображалась, конечно же, в кошельке сразу, в нашем, ну или в других каких-то кошельках, MetaMask, например. Поэтому у нас много всего интересного, это только мы малую часть рассказали того, что у нас есть. Поэтому я думаю, что людям как раз-таки будет интересно объединяться как раз-таки на нашей платформе, да, тем более мы же не говорим, что эта страничка будет только на одном языке, да, то есть там, или там СНГ сообщество. То есть у нас наша платформа работает на многих языках, я как раз таки переключил, и DAO сообщества показываются на разных языках, то есть английский, там французский, еще какой, и так это будет по всему миру, будут на одной платформе нашей объединяться. То есть если человек, допустим, русскоязычный, знает английский или там китайский или еще какой-то, он может переключить и спокойно пойти в сообщество другой страны. То есть это тоже немаловажно, потому что наше понятно, сообщество мы, понятно, как объединить, а как вот другие сообщества объединиться, допустим, тут не важно, из какой ты страны, на каком языке говоришь, то есть мы дадим вот эти вот все инструменты, но опять же по мероприятиям хорошая идея, что где, когда будет проходить, потому что мы сами такие в интернете, а где, когда, что будет проходить, потом узнаем уже там, за три дня, что там, вот. Да, да, где найти, да, сделаем, все, вот видишь, хорошая идея, надо общаться больше, мы это сделаем. Я вот, сама может быть, узнала за три дня. Вот, видишь. Да. Скажи, пожалуйста, твое впечатление о форуме. Очень хорошее впечатление. Я была приятно удивлена. Мне очень порадовало, знаешь, что подбор спикеров был вообще темы для разговора, которые освещались, они были очень разносторонние и всеохватывающие. Например, я там познакомилась с такими ребятами, с которыми, ну, грех не засотрудничать и грех не взять их контакты, так скажем. Говори, рекламируй, какие ребята, чтобы их... Конечно, конечно. Например, я очень долго искала юриста, адвоката, который бы занимался в криптосфере. Вот как раз Вероника Близнец, которая выступала, мы с ней еще вчера уже устроили созвон, пообщались на тему нашего проекта. Ей очень зашли мои идеи, понравились, и заинтересовал этот кейс. Я очень долго искала, у меня был запрос, я отправляла себе в космос
запросы, мне нужен юрист на перспективу, мне в проект в любом случае нужен юрист, это раз. Второе самое, что мне понравилось, это акселератор с Артемом, да, Артем, кажется. Артем Овчинников. Артем Овчинников, да. Очень понравилась его лекция, максимально продуктивно, подход, ну, бомбически выражусь, вот так эмоционально. Вот, с ним пообщались на эту тему. И очень много ребят, которые сразу предложили какую-то движуху, какие-то интервью, какое-то продвижение. То есть я за этим туда, собственно, и стремилась попасть, для того, чтобы максимально завязать контакты. Это, ну, мне кажется, это лучшее, что мы можем вообще для себя сделать, это вот создавать такие форумы. Плюс я была на одном блокчейн лайв как-то в прошлом году, и вот у нас, когда была рубрика вопросов-ответов на форуме, одна женщина из зала как раз-таки заявила о том, что она была на всех блокчейн лайв мероприятиях, и что ей есть чем сравнить, и ваш форум понравился ей больше всего. Вот я поддерживаю точку зрения, потому что действительно создать атмосферу комфорта и удобства на форуме, это самое важное. Там такого не было. Там было немножко другое. Спасибо. Да, поэтому спасибо. В этом обратная связь. Ребят, вы молодцы, правда. Это было классно, продуктивно и очень много полезной информации. За счет того, что она и разносторонняя, там и новичкам было, можно было много чего почерпнуть, да, чтобы вникнуть в тему. И для продвинутых криптонов тоже было достаточно много полезной информации, что немаловажно. Вот. Да, спасибо большое. Спасибо. Спасибо, да. На самом деле, так вот тоже общаемся с проектами. Говорит, да, действительно, форум был небольшой, не огромный, но народу, как мы планировали, так и пришло. Проекты, в принципе, вот мы старались действительно спикеров собрать разносторонних, потому что людям интересно не только о майнинге узнать, да, то есть на других конечно, форумах. Вот. Вот, поэтому и проекты получили контакты именно вот от тебя сейчас тоже слышим обратную связь, что не с одним, а с, там, уже с двумя, да, то есть те, кто люди действительно полезны. Вот, видишь, да, и так все, говорят, больше продуктивности, чем от большого форума, как вот мы и хотели, конечно, действительно, чтобы люди действительно объединялись, плюс вот покушать, да, там чай, кофе попить, именно все там находилось, никуда-то идти надо, терять время, все покушали, пообщались, интернет, розетки, да, то есть вода бесплатная, да, у нас потому что ребята приехали с Питера, говорит, вода 200 рублей, блин, говорит, берите вот сколько хотите. Вот, поэтому второй форум будем проводить в таком же формате, ну, только лучше постараемся, конечно же, сделать, вот, а с контактами, конечно, это хорошо, что у всех получилось, все довольны, это прям супер, ждем от всех обратную связь, отзывы, вот, так что так. Игорь, скажи мне, пожалуйста, мы когда примерно нашу технологию запустим в массы, скажем так, на новостном разделе людям, потому что я думаю, что будет интересно, так, ну хорошо, вот показали нам, а когда это будет работать, уже, скажем так, можно будет новости постить. У нас просто много идей уже образовалось, что не только мы можем новости записывать в блокчейн, а наши партнеры могут записывать и пользоваться этим инструментом абсолютно бесплатно. Вот, мы можем дать. Игорь, скажи примерные сроки для наших слушателей. Ну, данную технологию, так как мы только начали тестировать, вот, поэтому нужно еще, я думаю, что будет 2-3 недели, чтобы тестировать, прийти к какой-то определенной версии. Да, пусть там будет не так много возможностей, пусть там будет пока просто заголовок, сама новость и, к примеру, картинка, да, изображение. В дальнейшем будем расширять. Ну, то есть я думаю, что первый пробный пилотный выпуск через 2-3 недели. Спасибо, Игорь. И, кстати, хотел еще сказать, вот у нас подходили ко мне люди, говорят, спрашивали, чем вам помочь, что мы можем сделать. Ребята, помогите нам, это самое главное, заводите страницу у нас, заводите свой личный кабинет, делайте посты какие-нибудь на тему крипто, блокчейна, вот, ну, то есть мы именно по направленной системе этому идем, да, то есть в нашей криптосоциальной сети. Это будет самая большая помощь поддержать нас, это вот самое главное. Плюс мы сейчас делаем как раз-таки удобное добавление фото, видео, всего формата, и там как раз-таки
есть у нас блок вопросов-ответов, где вы можете задать свои первые вопросы, и ребята, которые разбираются в этом, могут ответить вам, помочь абсолютно бесплатно. А в дальнейшем уже тот постараемся побыстрее сделать, монетизировать как раз-таки больше блогеров, контент-креаторов, да, чтобы им было тоже интересно находиться у нас. Ну и, соответственно, аудитория, та, которая именно крипто-аудитория, она очень ценная, ее найти, вот как ребята говорят, тоже рекламу сейчас запускать, это все не работает. И когда вот в одном месте мы все будем объединяться, и обмениваться комьюнити. И тогда вот есть возможность выжить. Как раз-таки Татьяна говорила, которая была на всех блокчейн-лайфах, она это и говорила, что нужно объединяться, меняться, комьюнити, и тогда все получится. Вот, поэтому мы стремимся, делаем разные направления, разные продукты. У нас, кстати говоря, обновляется наша платформа, Игорь как-то записывал видео на GitHub'е, каждый день, а то и по два раза. Поэтому мы стараемся, мы работаем и сделаем все, что мы обещаем. А по поводу, ты говоришь, кстати, газ, да, закрытый там этот, у нас открытый блокчейн, он уже работает, он уже доступен. Наша монета торгуется, можно выпускать смарт-контракты. Кстати, если хочешь, можешь выпустить смарт-контракт, любой попробовать, потестировать, закинуть эти монетки в кошелек. Может быть, когда-нибудь они станут ценными и привяжут к своей коллекции. Вот, поэтому, мы обязательно еще, пообщаемся если есть, на эту тему. Да, есть еще какие-то, может быть, вопросы у тебя к нам? А, знаешь что, расскажи немножко про мультичейн, про то, куда вы смотрите, чтобы люди понимали, что все-таки эта история не про какой-то один блокчейн, да, а про историю объединения вне зависимости от конкретного БЧ. Я понял вопрос. Ни в коем случае у нас нету никакой задачи, скажем так, отделиться от кого-то и пользоваться только своими инструментами. Нет, но у нас задача такая, то есть наша экосистема должна существовать отдельно, может, ну, могла бы существовать отдельно и в то же время вместе со всеми. Вот, то есть, потому что если вдруг что-то, внешние факторы какие-то начнут там затрагивать, то есть мы для чего делаем все, блокчейн, кошелек, соцсеть там и все остальное, чтобы мы могли существовать автономно. Но опять же, мультичейновая история, конечно же, однозначно мы к этому стремимся, начиная с кошелька. Вот мы первые добавили блокчейн Metis, где также ребята смогут хранить свои коины Metis, смарт-контракты других, стеблкоины, биткоин, да, то есть и все это можно будет еще внутри кошелька потом менять, и так потихонечку мы будем добавлять блокчейны. Соответственно, в нашем NFT-маркет, который выйдет, возможность будет продавать и хранить NFT не только нашего блокчейна. Ну, сначала, конечно, нашего, мы должны все отработать, всю механику выпуска, продажи и всего остального. И, конечно же, мы будем подключать разные блокчейны, потому что мы же понимаем, люди не будут только пользоваться только нашим. Мы ни в коем случае не говорим, что там всегда там, да вы там, наверное, там опять заявлять будете, что убийцы какого-то блокчейна там лишь. Нет, мы даем альтернативу, только альтернативу. И люди сами выбирают, где им удобно и возможность. Ну, в первую очередь, мы еще, сейчас же у нас ситуация такая, да, что российских пользователей начинают блочить везде, там OpenSea, кошельки и все остальное, и соцсети, мы вот как раз-таки даем альтернативу, чтобы люди могли спокойно пользоваться. Примерно так. А скажи, пожалуйста, когда примерно планируете запуск маркета ориентировочно? Какой фрактал, какого... Слушай, да мы его, в принципе, уже хотели запускать, но все, вот, какие-то задачи в первую очередь дошли, то есть запуск кошелька нужен был, потому что монета должна была наша там храниться, и кошелек занял очень много времени, обновление нашей платформы, потому что мы ее выпустили, оно у нас работало там, полгода назад, грубо говоря, но мы видим, что люди начали... Это мы как раз к Web 3.0 начинали готовиться, поэтому нам нужно было обновить платформу в современном формате. Вот, так что это была первая подготовка. Да, то есть у нас задачи стояли такие, что на старом движке это было делать невозможно. Поэтому мы решили все, скажем так, отложить и сделать, чтобы платформа работала на новом движке, чтобы видео быстро грузили, чтобы возможность было как раз-таки вот блокчейн-записи делать и все-все-все, потому что мы потом бы это переделывали, это было бы сложно и тяжело. Поэтому сейчас мы как раз-таки, ну, скажем так, тестируем возможность выпуска NFT-записи в смарт-контракт, в блокчейн вот, и все это остальное, и как раз-таки вот сейчас подошли к NFT-маркету. Вот. Я думаю, что
Игорь ответит на этот вопрос. Стараемся быстрее. У нас он... Вот, хочу немножко, да, добавить, то есть NFT, просто выпустить NFT в том формате, в котором уже сейчас они существуют, ну, это банально, это просто, это понятно. Вот, мы же всегда смотрим, и любое, что существует, мы пытаемся как-то дополнить, как-то расширить функционал, как-то расширить границы. Поэтому с выпуском NFT маркета, я думаю, что мы уже и кое-какую новую механику предложим пользователям, довольно интересную, которая должна им понравиться. Поэтому мы все тестируем очень внимательно и начинаем выпускать уже с предложением какого-то нового индивидуального продукта с какими-то своими преимуществами. Касаемо примерной реализации, когда? Ну, я думаю, что в первом квартале 2023 года он должен уже появиться. В первом квартале 2000 какого? 23-го? 20 какого-то. 26-го. Отвечу тогда проще, в течение 3 месяцев. А, ну нормально, понятно. Есть идея? Да, на самом деле его, я сейчас, на самом деле его запустить можно было спокойно, у нас он уже отрисован, все эти задания понятно, сделать его там, да, чтобы картинки размещались на продажу и перемещались с кошелька на кошелек, ну, образно, с личного кабинета человека, да, это неделя, мы его выпустим, да, но это было бы банально, вот, сделать просто картиночка, которая там, ты ее там продаешь, передвигаешь там, и механика вся эта есть, это не проблема сделать, но мы хотим сделать именно вот в новом формате, чтобы это было интересно людям, что это было что-то новое. Конечно. Сделайте договора. Договора на блокчейне. Соглашение, договора. Та же самая история. Записываю. Это очень востребованная штука. Она нужна нам просто сейчас уже как воздух. Ну вот, сейчас мы же показали реализацию как раз-таки записи в блокчейн, которую удалить и изменить нельзя. Вот вам договор. Да? Все, да. Готово. Готово. Подпись, да. Кто ставит? Чьим кошельком мы подписываем, грубо говоря? Человек на нашем блокчейне выпускает свой цифровой паспорт. У нас есть как раз-таки, да, отдельный проект, к которому мы идем. Угу. Верификацию проходит, получает NFT, записывает в себя свои все данные и как раз имеет право подписи вот там, и договор уже в блокчейне. Все, готово. Вот, мы это реализуем. Все супер. Вот, я во вторник приезжаю на ваш завтрак, так что да, там уже посидим, детально обговорим. Да, мне очень интересны подробности. Давно жду такой реализации. Да, там, кстати, составьте сразу список вопросов Игорю, потому что, я думаю, много будет вопросов, да. Вот, так что, в принципе, подводим итоги, да. А, ну еще давай спросим как раз-таки твое мнение вообще по развитию NFT вообще вот в целом в мире. Как ты относишься вообще к технологии NFT? Как вот люди спрашивают, что такое NFT? Ну что это такое? Ну зачем оно надо? Какое твое видение вот будущего вообще? Мое видение — практическая польза. Я считаю, что NFT – это инструмент, который можно применить в абсолютно разных сферах. Товары, услуги, чеки, договора. Все это можно пускать через NFT. И это нам... Это, знаешь, для меня это, наверное, история восстановления доверия внутри. Так как мы... у нас очень много инфо-цыган развелось, и вообще нам сложно стало выстраивать взаимоотношения из-за этой темы. И вот эта история с NFT и в практическом применении, почему про договора, да, сказала, она очень хорошо нам проработает восстановление доверия между собой. То есть мне как будто бы кажется, что мы должны научиться заново доверять друг другу, и блокчейн в этом нам очень сильно может помочь, просто убирая лишнее. Вот NFT для меня – это инструмент, который будет убирать, отсекать лишнее и вносить правду в наши отношения, в наше взаимодействие, сотрудничество и так далее. Вот условия, вот подпись, вот правда, вот делаем. И, ну, а в плане практическом тут очень большой спектр. Тут все, куда ни плюнь, везде NFT. Токенизация любого предмета, начиная от искусства, заканчивая кухней. То есть можно продавать и дизайн квартир, и какие-то проекты, и вообще все, что вашей душе угодно. Вот я это так вижу. Я считаю, что мы пойдем в практическое применение, потому что трейдинг уже... Ну, на мой взгляд, это изначально была такая себе история с трейдингом NFT. И неинтересно людям просто штамповать
картинки 10к и выше, покупать их, и с ними у них нет практической пользы. То есть это люди, комьюнити это поняло еще где-то года, наверное, полтора назад, когда им перестало быть интересным покупать штампованные картинки однотипные, которые за собой не имеют даже обещанных каких-то игрушек. Я уж не говорю о чем-то полезном. Я согласен с тобой. И еще такую этот внесу как идею. Кстати, у нас ребята здесь делают одни для пятерки, именно 3D-реальность, где человек будет ходить и покупать продукты. Вот, и, может быть, как раз-таки пятерка будет выдавать им NFT-шку, да, которая будет давать скидку. И скидка будет понятна всем, NFT-шка твоя, что это не надо привязывать твоей фамилии, имя. То есть ты зашел в этот онлайн-магазин виртуальный, да, у тебя эта NFT-шка уже есть, значит, ты имеешь право на скидку в этот день или вообще. То есть это, я думаю, что будет востребована эта технология как раз-таки, чтобы не в физическом плане ты им давали тебе какую-то скидочную карту, а вот так. Ну, это так, фантазия, да? Да, хотя и вообще это, любой товар. Может быть... Любой товар в интернет-магазине – это NFT-шка, по сути, уникальная с определенным там, кодом. Да, да, согласен. В принципе, из записи в блокчейн не надо тогда, получается, ее там где-то проводить через какие-то базы данных, как вот с Игорем мы сейчас общались. Действительно, записали в блокчейн, все, этот товар уже продан или там наоборот поступил на склад. Это, ну, за этим будущее, ребята. Да, да, да. За этим будущее, да, надо развиваться, надо изучать эту тему, надо в любом случае быть в теме, потому что тема интересная, с нами она уже навсегда, цифровизация, блокчейн, это уже мы от этого никуда не уйдем. Чем быстрее мы поймем, тем проще нам будет на эту историю переключиться, и... Ну и просто нам будет легче жить, по крайней мере, создателям. Понятно. Так, ну что, примерно наш эфир, я думаю, что нужно потихонечку заканчивать. Давай последний вопрос я у тебя спрошу. А когда закончится криптозима? Мне кажется, она уже подходит к концу, нет? Зима циклична всегда, она всегда когда-нибудь закончится. Дождь не может идти вечно. С этим да, согласен. Игорь, твое слово заключительное к сегодняшнему эфиру. Развиваемся, стремимся, общаемся, делаем что-то новое. Оно всегда будет полезно и нужно. Вот. Так что всем спасибо за эфир. Взаимно. Да, кто слушал нас в записи, обязательно присоединяйтесь к нам в наше сообщество, сообщество Crypto Emergency, оно только растет. К нам ребята все присоединяются, у нас... Можно и посотрудничать с нами и разработчиком. У нас открытый код на GitHub'е. Мы с удовольствием послушаем мнение других, подискутируем на эту тему. Ну и вообще, как бы в целом, если у кого-то будут какие-то, скажем так, пожелания о доработок или там какие-то вот разделы сделать, которые мы вот сейчас будем делать, список мероприятий по крипте. Вот, да. Поэтому только рады будем и будем все это реализовывать у нас на площадке. Вот, так что всем спасибо за эфир. Юна, спасибо тебе, что пришла к нам. Надеемся, еще придешь к нам, будем общаться, будем развивать Конечно. Только тему NFT и сообществ. Все, всем пока. На следующей неделе в гости приду. Все, спасибо, да, хорошо, что позвали, хорошо. Ребят. Да. Увидимся. Все, пока. Хорошего вечера. Да, взаимно, пока.